Всем привет! Мы сегодня едем наконец-то за диваном, я так счастлива! Не едем, успокойся, просто мы найдем. В смысле, мы поехали смотреть, но я не знаю, купим, я так хочу диван, ну, представляете. Я надела, видите, такую кофту красивую, скини, джинсы, кроссовки, чтобы по-спортивному, чтобы долго ходить, я предполагаю, все магазины обойти. Че? Ты кого одел-то? Модно сейчас, ну, ты же ходишь-то. Дресс-код у тебя вообще не совпадает. Да, мне какая разница, я из деревни. Лёша! Армия России. Пускай он видит, что армия России. Бывший лейтенант идет. Сама же мне подарила, вот. Что подарила, там хожу. Обзор носков можно увидеть в инстаграме. Тёма, ты что там спрятался? Всем привет. Пока! Тихо. Нет. Всем привет. Все, кроссовки. А, кстати, ты шаги считай там у тебя? Да, я сейчас покажу. Сейчас посчитай, кстати, засеки, сейчас пойдем. Артем, ты у себя тоже засеки на часах. Я вот, засеки. Показывайте. Я вот хожу, да, каждый день. У него, видите, какие часы? Показывайте меня. С Алиэкспресс заказываем. Че? Mi Fit. Че? 8 километров расстояние прошел. Сегодня, что ли? 25 мая. Ну, было. Так я с 1 мая, знаешь, сколько прошла? Нет, это за один день я прошел. Ой, а что за приложение? Может, это мне на кожу скачать? Это каждый день я вот столько прохожу. Как быстрая ходьба, медленная ходьба. Мифит называется. Кстати, походу с этими вот этими тоже подойдет? Гаджетами тоже подойдет. Но... О, классно. Ты там все засеки там тоже будешь сейчас ходить? Меньше. Ну все, мы уже сели. Он дедушке Артем купил, видите, треугольник. И себе машину тоже купил. Ну и нам заодно. Чтобы пристегивался. Потому что мы кресло уже убрали. Лёша. Привет. Пока. Друзья. Однополчане. Какие однополчане, гони? У меня майские мотивы. Да? Да. Бред какой-то. Почему бред? Ну, однополчане же всему получается. Привет, друзья, земляки, однополчане. Короче. Дорогие родственники. Братья, сестры. Вот это диван, так диван. Тут на целую банду. 33 500 стоит. Ой. Че, глаз болел? Где папа-то наш? Потерялся. Ну тут нормальные цены, как бы 35, как бы норм. Ну тут похоже, видишь, модельки тоже везде кругом. Пружинный блок тоже 14 600. Ну мне такой не нравится, стоит. Вот тоже классный диван. Что, кожа, что ли? 31 900, он огромный. Вот тоже ничего. Ну, что-то какая-то расцветка коричневая, теплая. Мне не нравится. Хотя ничего так. Цвет, да? Тоже, по-моему, да, так такая же. Механизм, как мы выбрали, да? Мукотной. Ну, и тоже трансформер. Шкаф. Да. О, книжки складывать. Прикольно. Ну, что, отдельный стоит купить? Ну, Артем, не надо, нет. И расцветка какая-то вот стоит 33, а расцветка какая-то, ну, не знаю, мне не нравится. Ну, расцветка вот эта, цветы какие-то ужасные вообще, фу, мне не нравится. А механизм такой же, да? Как вот мы выбрали. Ну, чем-то похож на вот этот тут диван. Нельзя, но... переставлять местами. Да, и здесь ножек нет, заметь опять. Мне вот это нравится. Как у мамы похож, да? 46. Ну-ка, все. Похож, да, на мамин? Прям очень сильно похож. Только обивка другая. Ну тут ткань такая, она непрактичная. Заляпается. Разводы будут. Ой, это вообще роскошно. 114 тысяч. Тут можно прям кино смотреть, смотри. Сколько? Вот так вот лечь. Да? А сколько стоит? Что? А сколько стоит? Ну смотри, 114. А это сколько стоит? 76. Тоже красивый. Красивый. 110. Ну ладно. 100. Мне нравится. 20. Понравился ковер? Вот, смотри, с волками еще. С лошадками красиво, смотри. Это на стену, а не на пол. Ну круто. Ух ты, смотрите. В уральской тематике. Очень клево. Я хочу дачу. Я хочу свой дом вообще. Я не хочу квартиру. Ну, как у родителей. Плетеные. Вот я лично хочу, я мечтаю, чтобы меня вот так вот в зале было, заходите. Стол такой красивый. Блин, как красиво. Смотри. Я хочу. Смотри. Я хочу. Я хочу, мне нравится очень, я не могу.
Боже, тут даже бриллианты даже блестят. О, боже, как красиво. О, ну это кореша мне не нравится. Это показывает вот теперь целый гигантский дом. Так, я это записала. Здесь будет рождественство. Я это записала. За 150. Я хочу такую кровать. 126. За 168 тысяч. Я хочу такую кровать. Тёма, купи мне такую кровать, пожалуйста. Я хочу. Я хочу. Мне нравится. Бриллианты. Блин, какая красивая кровать. Я хочу такую кровать. Ну все, мы пришли уже в Zoom, приехали. Икеевский здесь товар у нас. Ну, супер, видите. Давайте маленько поснимаем. Че? Там чудно много. Вот спальня красивая какая. Это в Алиэкспрессе закажи диван. Да? Мне вот покрывало нравится, красивое. Шикарно вообще. Сколько стоит? Блин, цвет красивый. Тёма, не трогай. Кровать. Вот икеевская чистая кровать. И шкафчики есть, видишь? Шкаф. Смотри, какая высокая кровать, здоровая. Че сок стоит? 200. Он белый. Желтый тогда уже брать. Где сидеть-то на нем? В зале? Вообще да? Оттуда не выйдешь, в зал-то. Вон столики, смотри, маленькие, синенькие. Да, ну, классные, ну, классные вообще. Мягкие такие. Ну как у нас, а ты что такое, маленькая совсем? Цвет красивый. 1500. Мятные, смотрите, красивые как. Вот такие вот у мамы похожи. Вот, классные. 1500 ковал. Чё? Чё это такое? Здесь такое чудо, смотри. Заяц. С капроновых колготок. На-на-на, это леггинсы раньше такие были, я помню. Мода была на леггинсы. Всё, убери, не балуйся. Ну всё, мы здесь обошли тоже. Что-то нам ничего не приглянулось. Всё с коричневыми вставками, поэтому на чём остановились, на том и... Решили, да? Ну, решили взять этот диван-трансформер. Крем-брюле, который. Да, он раскладывается и буквой Г. И можно менять налево, на правую сторону. Да, и там под подлокотником ножка есть. То есть, если ребенок сядет на подлокотник, у меня отвалится. Угу. Так что все варианты только туда. И есть. Соотношение цена-качество. Ну да, сколько он? 25 тысяч стоит. А тут вот они вроде бы похожи, да? 135 здесь. Ну, тут они расцветки не подходят нам. Так бы можно было бы. Налей ему тоже кваса. Они без кваса жить не могут. Что такое? Глушители какие-то. Так что вот. Так куда ехать? Выбора на самом деле... Ну-ка, мне тоже плесник еще. Выбора на самом деле не очень. Да вообще, ну это однотипное. Никакого выбора, серьезно, вообще нету. Шьют в Иркутске. Сейчас придется ждать 15 дней, правда? Ну что, ехали мы сегодня за диваном, мы купили сковородку. О, ну наконец-то у меня нормальная сковородка появилась. Смотрите, Тифани. Нормальная, мы ничего не знаем, нормально. Ну, должна быть нормальная. Я просто уверен, ну за 3300 рублей должна быть нормальная сковородка. Я вообще искала вас с мраморным покрытием, но не знаю. Должна кружка еще, крышка еще подойти, не знаю, подойдет или нет. Ну, должна быть хорошая. И гарантия, кстати. Блинчики можно жарить, мяско жарить. Что-то дорогая. О, же дико дорого, по-моему, за 3000-то, ё-моё. Можно целую пудру Шанель купить за 3000, а хотя она уже дороже стоит, 1500. Ой, теперь да, аккуратненько. А, еще мы купили, смотрите. Шашлыки. Еще мы купили в секонд-хенде шорты. Леша купили шорты. Сейчас покажу. Вот такие вот. Хотели бирюзовые, такие мятные, но они по размеру не подошли. Подошли, они не ношеные, новые, кстати, шорты. Вот, скажу. Здесь охота вообще, время уже 6 часов. О, каких 6? Уже 8, мы не ели ничего. А насчет дивана, диван к нам приедет через 10 дней, где-то, ну, приблизительно позвонят. С Алиэкспресса? Да, диваны с Иркутска идут, поэтому 10 дней,
однотонные заказали. Подушки 3 штуки будет. Чехлы съемные на подушках. Можно будет стирать. Вниз туда положила, что буду. Ну и все, собственно. Блин, весь день шатались, ни черта не обедали, нифига. Один квас пили. В общем, пришли в кафе. Жлыки заказали. Салат, чай, лепешки. Что-то так слепит глаза вообще. Принесли нам свекольный салат с чесноком, цезарь, морковча, чай с молоком и 2 лепешки. Ну, вроде ничего, нормально. Сухие. Салфетку. Можно есть. Можно. Можно, ешь. Давай подождем. Хлеб не будешь, я сейчас шашлык принесу, будешь есть. Все съели. Ждем шашлыки, их что-то принесут, уже минут 20 не прошло. Уже даже чай остыл. Артем уже чай выпил. Где надо шашлыки? Принесли нам шашлык. Наконец. Ну что? Как тебе шашлыки? Не понравилось. Не понравилось. Жилистый какой-то мясо. Жилистое мясо. Где-то какое-то. Подались косточки и... Как называется? Как? Самарканд. Ну, в общем, ну, 4 с минусом. За кухню. Не в восторге я. Единственное, что мне поставили, то, что долго на ней. Цезарь без листьев салата и холодный, короче, он не свежий. Курица какая-то перемерзшая в салате была, ну не очень мне понравился вкус. Вот. Шашлык жилистый, долго ждали. А вот салат морковча и со свеклой был хороший, мне понравился. В Геноцвале мне больше понравилось ресторан. По цене? Кафе? Не, ну по цене там одинаковые, цены одинаковые. Цены как в ресторане, а кормят как в кафе обычно. Ну, в общем, 4 с минусом. Это находится на проспекте Автомобилистов, кто из Ламбда, где напротив, магазин называется, 1000 мелочей магазин напротив. Хотели купить ножик, и ножиков нет нормально. И здесь ни салфеток нет. Лёшка пошел, взял там стопку. Ни зубочисток. Ничего. Все, мне не нравится. Через 2 года он ко мне сядет, говорит, привет. Столы не мытые, не вытирают. Ну, видимо, для дальнобойщиков, для мужиков. Чисто пришел, поел, пошел. Фиолетов. В туалете срач. Кажется, извиняюсь, но ну, не очень культурно. В туалете была крыса. Какого размера? Может, это мышь? Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под водой.